В эфире «Вечерний Витебск». С вами Артур Смоляков и Иван Паюченко. Весь мир в эти дни следит за Олимпийскими играми в Пекине. Спортивные события у всех на слуху. Ну и вот свой сегодняшний эфир мы тоже решили посвятить спортивной теме. Ну, правда, нам придется на час буквально оторвать вас от просмотра трансляций спортивных. Но у нас сегодня футбольный клуб «Витебск» в гостях. Они сейчас активно готовятся к новому сезону. И многим наверняка будет интересно узнать о последних трансферах, о том, кто покинул состав. Ну и в целом услышать, наверное, последние новости, которыми с нами поделятся представители команды. Да, расскажем в том числе и о добрых делах витебских футболистов, которые они уже совершают на постоянной основе. Тут и благотворительные турниры, и помощь детскому дому, и подарки молодым мамам в роддоме. Думаю, что беседа получится очень интересной, так что оставайтесь с нами. В гостях у нас директор футбольного клуба «Витебск» Николай Иванович Войтюховский и главный тренер нашей футбольной команды Евгений Юрьевич Чернухин. Здравствуйте. Ну, мы знаем, что в этом сезоне футбольный клуб «Витебск» начал подготовку, скажем так, к чемпионату Беларуси и Кубку Беларуси немного раньше, чем обычно. Раньше всех остальных команд. Подготовка началась в январе. Совсем скоро предстоит команде двухматчевая встреча в рамках Кубка Беларуси с «Динамо Брест». Давайте поговорим о том, как проходит подготовка, насколько футболисты уже готовы вступать в сезон. Наверное, это неправильно говорить, что мы вышли раньше, чем в прошлом году, или как мы обычно выходили. Это был плавный выход команды из отпуска. В январе месяце мы начинаем свою подготовку в родных стенах, в нашем футбольном манеже. Наша главная задача – подготовить и всесторонне развить футболистов нашей команды, как индивидуально, так и командно, самое главное. Это, конечно же, их тактическая и физическая составляющая. Над этим мы работаем, пытаемся закладывать фундамент этих подготовок и, конечно, первый серьезный старт – это Кубок Беларуси и наш соперник «Динамо Брест». Какие задачи стоят перед командой? Ну, понятно, что это проход в 1/2 финала, наверное. Но это уже не та команда «Динамо Брест», настолько сильная, которая была несколько сезонов назад. Я так понимаю, что планируете пройти их? Ну, тяжело говорить, планируем, не планируем. Конечно же, мы хотим победить. Я думаю, такие же надежды питает «Динамо Брест». Поэтому все рассудят эти две игры. Мы приложим максимум усилий, своих знаний, умений, чтобы добиться положительного для нас результата. Мы будем стараться. В целом, если говорить вот о результатах команды, ну, которые были в прошлом году достигнуты, про итоговое место в турнирной таблице, насколько удовлетворены результатами, насколько сегодня этот результат, скажем так, отражает возможности команды вот на нынешнем этапе? Ну, тут однозначно сказать сложно. Какое бы место ни занял, всегда хочется быть лучше, и для того, чтобы быть в дальнейшем лучше, ищем ошибки, и, конечно, всегда их находим. Но если так уже здраво все взвесить, учитывая наши кадровые возможности, сколько у нас было футболистов во втором круге прошлого сезона, то я бы даже сказал, что мы немножко прыгнули выше головы, потому что по составу команда не была, так сказать, готова на занятое место, но благодаря работе тренеров, наверное, в первую очередь, сплоченности коллектива, удалось этого достигнуть. Там, если бы немножко в конце сезона какая-то у нас тут яма не получилась по результатам, то было бы еще лучше. Но в любом случае и Евгений Юрьевич, как свой первый сезон, должен занести себя в актив, так и в целом команда, тренерский штаб, ребята сработали очень хорошо. И, наверное, исходя из этого, мы своей главной целью ставили в большинстве своем для начала сохранения футболистов прошлого состава, а потом уже рассматривать на освободившие вакансии других футболистов. Но, тем не менее, сохранить всех все же не удалось. Мы знаем, что из состава ушло два стилеобразующих игрока. Это Андерсон Мелло и Максим Калинчук, которые цементировали центр поля. Вот если говорить о том, нашлась ли замена этим футболистам, кого приобрели в межсезонье, ну и, собственно, насколько это серьезные потери для команды? Ну, тут две совершенно разные истории. Я имею в виду Калинчука и Вандерсона. Калинчука, естественно, он был лидером команды. Мы очень хотели его сохранить, но тут ситуация другого плана. Он очень хотел вернуться домой, семья, дети,
немного другие обстоятельства, поэтому здесь уже у нас шансов не было, хотя мы там остались в хороших, добрых отношениях. Ну, что касается Вандерсона, который провел 4 сезона в Белоруссии, то, как я сказал, здесь немножко другая история. Все-таки бразильский футболист прилетел к нам в страну для того, чтобы расти и развиваться. И, к сожалению, вот уже в прошлом году была такая тенденция, что в некоторых играх его уже даже было сложновато мотивировать. То есть он уже был третий год в стране, команду уже ко всему как-то привык. Ему в любом случае нужен был новый вызов, чтобы ему как футболисту расти, двигаться, развиваться. Ну вот тут очень удачно сложились обстоятельства, что поступило предложение из Одессы. И тут, кажется, так, два обстоятельства, что в любом случае в конце сезона он бы от нас ушел, ну, причем, наверное, что в нашей ситуации немаловажно, бесплатно. Ну а второй вопрос, что получилось очень удачно сработать. За то время, пока мы с Одессой вели переговоры по Вандерсону, удалось договориться по Сергею Волкову, по его аренде к нам из Батэ. Это наш футболист. Бывший воспитанник. Да, который знает и требования. Ну, хотя почему бывший? Да, знает требования и Евгения Юрьевича, и команду, поэтому тут, можно сказать, очень все удачно сложилось. Вот. Ну и второе, мы взяли российского футболиста Саковича. Возможно, он не такой опытный, как Клинчук, но у него свои плюсы. Молодость, задор. Ну, мы на него рассчитываем. Надеемся, что, по крайней мере, эти позиции у нас слабее не стали. А благодаря молодости и задору эти футболисты должны добавить новых красок в игру нашей команды. Но остальной костяк мы, в принципе, сохранили. Ну вот если говорить о легионерах, я так понимаю, что остался только Жулио Сезар, защитник вот именно из легионеров. Вот когда приходят легионеры в наш чемпионат, в том числе бразильцы, мы, наверное, не сказали, что и Максим Калинчук все-таки украинец, да, можно сказать, легионер. Вот, то есть вот эта стагнация, про которую вы говорите, что человек выступает несколько сезонов подряд, и у него уже пропадает мотивация дальше чего-то добиваться с командой. Она наблюдается в отношении всех легионеров, ну то есть если брать, например, футбольный клуб «Витебск», либо это вот такой индивидуальный случай, который произошел именно с Вандерсом? Нет, ну это, наверное, такая закономерная ситуация. Тем более, что, скажем так, наверное, Вандерсон еще это не совсем типичный случай. Ну, как правило, футболисты там той же Бразилии, ехавшие к нам в страну, ну, наверное, все-таки не рассчитывал на 4 года задержаться в Витебске, так сказать. Ну, у всех планы. И те, кто их берет, и те, кто приезжает, приблизительно такие. Ну, первый сезон акклиматизироваться, второй сезон себя показать и пойти на куда-то более высокий уровень. Наверное, это оптимальная схема. Там она практически, наверное, на всех и работает. Ну, у нас сложилось немножко по-другому. Но в любом случае и Андерсон на всем этом этапе помогал команде. Ну, я считаю, что наш тренерский штаб Сергей Михайлович, Евгений Юрьевич, приложили свои руки и умения к тому, что Вандерсон перешел на более высокий уровень. Это, наверное, тоже говорит о квалификации тех тренеров, с кем он поработал. Все-таки он не ушел ни в никуда, а в клуб украинской премьер-лиги. Вот скажите по поводу новых игроков, да, которые в команде. Означает ли это, что они будут в новом сезоне чаще появляться на поле, что их чаще, не знаю, будет испытывать тренер, присматриваться к ним, что на них сейчас больше внимания, чем на тех игроков, которые уже не первый сезон в клубе? Ну, у нас новичков не так уж и много, поэтому относимся к их подбору, ну, можно сказать, тщательно и щепетильно, ну, изучая не только футбольные качества, ну, футбольные понятно, что в первую очередь, исходя из наших возможностей, но и как бы наша команда всегда славилась хорошим коллективом, каким-то духом, ну, не хотелось бы все это дело нарушать, поэтому, ну, по всем возможным каналам уточняется про каждого игрока. Ну, понятно, что на начальном этапе к ним внимания больше, но к тому, как вы говорите, все-таки у нас были вот варианты, у нас были и футболисты из Африки на просмотре, там и россияне, но хотелось бы в этой ситуации не удлинять скамейку, что, ну, там, скажем, пришел футболист, который еще не готов для игры в основном составе, и этим же самым мы его берем, наверное, перекрываем движение, так сказать, наверх кому-то из своих молодых футболистов, которых у нас достаточно на сегодняшний день. Поэтому, ну, мы брали вот этих, кто у нас в этом году появился, футболистов с прицелом того, что они будут игроками основного состава.
Но хочется сказать, наверное, не только о молодых футболистов. В состав футбольного клуба «Витебск» пришел такой опытный защитник, как Олег Веретило, который выступал последний сезон, если не ошибаюсь, за «Лиепаю». Не в чемпионате Беларуси играл, все-таки игрок сборной страны. Вот как удалось его уговорить, скажем так, приехать в Витебск, выступать за нашу команду, и насколько он поможет? Вопрос, наверное, к Евгению Юрьевичу. Ну, первое, что хотелось бы отметить, его человеческие качества. То есть, каким бы ни был бы титулованным, знаменитым, именитым футболистом, если бы мы бы сомневались в его человеческих качествах, его бы здесь не оказалось. Это с нашей стороны. Второй момент, наверное, это касается Олега. То есть, информация же тоже собирается. Какой тренировочный процесс? Клуб выполняет или не выполняет свои обязательства? Город? То есть, все в комплексе сложилось, и обе стороны были удовлетворены. Тем, что увидели, тем, что услышали, тем, что узнали. Поэтому Олег принял наше предложение. Он, я считаю, органично влился в наш коллектив. И будем надеяться, что будет приносить пользу как на футбольном поле, так и за его пределами. Потому что на примере таких именитых, не побоюсь этого слова, футболистов, могут расти наши молодые футболисты. Только вместе, когда вот смешивается опыт и молодость, тогда, конечно, в молодости легче черпать какие-то позитивные моменты в тренировочном процессе, даже и житейские моменты. Вот говоря о человеческих качествах, во время игры понятно, а за игрой, вот вы что имеете в виду? То есть насколько это важно, какой человек, там, не знаю, в раздевалке, во время тренировок, в каком-то общении вне работы? Понимаете, то есть футбол и как бы моя управленческая функция все-таки навязывает футболистам какую-то мою волю. То есть какие-то мои решения, которые кому-то могут нравиться, кому-то могут не нравиться. И как адекватно футболист воспринимает требования главного тренера и всего тренерского штаба, это же видят и остальные участники тренировочного процесса. Поэтому это самое главное. Как он воплощает наши требования, и потом, когда заканчивается тренировка, начинается свободное время в раздевалке, как он за спиной у тренера комментирует, либо не комментирует, о чем он говорит, чем делится, какие-то мысли он высказывает по поводу того, что он услышал, увидел. То есть это может быть позитивный момент, а может быть крайне негативный. И это может разрушать изнутри. Поэтому только футболисты, которые адекватно воспринимают требования, которые могут сомневаться в каких-то тренерских решениях или каких-то тренерских действиях, или там каких-то нюансах инфраструктуры нашей, скажем, не самой лучшей в мире, мы, конечно, вот на это обращаем внимание. Поэтому Олег со своей стороны несет только позитив. Николай Иванович, вот слушаю Евгения Юрьевича, настолько грамотно рассуждающий специалист, судя по всему, очень хороший психолог и тактик при этом, при всем. Вот, как вот вы оцените работу в этом направлении именно Евгения Юрьевича с футболистами, вот в качестве, скажем так, психолога, да, наверное, в первую очередь, да, команды? Тут моя оценка будет понятна какая, потому что это тренер нашей команды, а для меня всегда тот, кто у нас работает, он вообще самый лучший для меня. Поэтому, а если так более серьезно, то, невзирая на свой для главного тренера достаточно юный возраст, Евгений Юрьевич зачастую, так сказать, решает в коллективе довольно-таки сложные задачи, когда там некоторые у нас были футболисты, почти его ровесники, когда вот именно наступает такая грань, что надо, как говорится, рубить или сказать, что это нельзя. То есть он очень разумно чувствует эти моменты, когда можно где-то и на равных разговаривать, а где-то разорвать дистанцию. Поэтому тут оценки только положительные. Редко встретишь специалиста именно в спортивной сфере, который вот так тонко чувствует подобные моменты, психологические в том числе. Я знаю, что перед началом сезона состоялась встреча с болельщиками, да, которые высказывали свои какие-то пожелания, задавали вопросы, рассказывали о том, как они видят будущее команды. Вот хотелось бы узнать о том, как прошла эта встреча, что, может быть, интересовало, волновало жителей нашего города. И в целом, какие у них ожидания? Это была даже не встреча с болельщиками перед сезоном. После товарищей игры мы пригласили болельщиков, желающих, так сказать, со мной, с главным тренером, вместе попить чаю и непринужденные обстановки задавать любые вопросы. То есть без игроков, да? Корректные, некорректные, да. Поэтому мы просидели где-то час 20, причем
чая мы практически не попили, потому что был живой разговор. Очень приятно, что ну, люди были разного возраста, там от пенсионного в том числе были и дети, и было множество различных вопросов, вот, ну, тех, которые, наверное, сложно где-то узнать из газет или из телевидения, вот, как что строится, как происходит, откуда берется, кто изучает игроков, как кто. И вот эти, наверное, живые беседы с людьми, они даже ну, дают нам самим вот, ну, какой-то толчок к развитию, что мы вот занимаемся именно тем, что людям интересно. Причем даже было много вопросов ну, не только про ту команду, там, я имею в виду «Айсберг нашей вершины», той команды, которая ну, выступает. У нас там академия, детская школа. Ну, вот, людей интересуют все эти моменты, как отбирают, какие движения происходят, для чего, смысл этого всего. Ну и понятно, что всем хочется результата, но в целом такой доброжелательный разговор прошел. Поэтому мы оттуда внесли только положительные эмоции и желание работать. Николай Иванович, а вот такие встречи, они, ну я так понимаю, что были во все времена, во все годы. Настолько живой интерес вот жителей нашего города, он ну, всегда проявлялся? Или это как-то вот стало реальностью уже только в последнее время на фоне, может быть, появления, опять же, футбольной академии, чего-то еще, развития футбола в нашем городе? Или жители ну, вот всегда интересовались примерно на одном уровне жизнью команды? Ну, интерес все-таки возрастает однозначно вместе с результатами выступления команды. Вот пока мы там до 18-го года, скажем, поднимались по лесенке вверх, потом, тем более, там финал Кубка, четвертое место, Еврокубки, то, ну, как бы вообще был всплеск интереса. Потом понятно, что когда после того на сегодняшний день еще максимального результата, результаты пошли на спад, ну, наверное, немножко интерес упал. Ну, появилось, тем более, ну, чуть-чуть, скажем так, негатива, потому что, ну, понятно, желание людей. Все хотят получать все хотят положительные побед, эмоции, мест. Все хотят побед, ну, той черновой работы, понятно, не все видят, но вот мы эти встречи-то, в принципе, делаем для чего, что зачастую, вот, ну, из-за недосказанности или не имея возможности донести каких-то позиций, появляются ну, какие-то там истории или чьи-то додумки. А вот ну, в таком простом разговоре, когда это все можно рассказать и объяснить, люди начинают понимать. Ну и, конечно, вы совершенно правы, что с появлением академии и вот построенный манеж вот этих условий для воспитания детей, интерес возрос, может, даже и в том числе за счет родителей, приехавших в город, поступивших учиться в академию, вообще вот близких, родных этих детей. Понятно, что если там внук или сын начал заниматься футболом, то, наверное, родители, вольно и невольно, не интересовавшиеся даже раньше спортом или футболом, начинают вникать в эти проблемы, чтобы понимать, куда движется их ребенок. Ну, в любом случае, это очень здорово, что люди в нашем городе активно интересуются спортом и футболом в том числе. Искусством, кстати, они тоже очень живо интересуются. Прямо сейчас предлагаю ненадолго прерваться, посмотреть рубрику «Афиши», которая расскажет о самых ярких событиях в мире культуры. И после этого продолжим наш разговор. В художественном музее выставка «Наследие мастера». Это юбилейный проект к столетию известного витебского мастера гравюры и шрифтов Григория Клекушина. Свои художественные работы, образцы шрифтов, книги, рукописи, документы Григорий Клекушин безвозмездно передал в музеи, архивы, библиотеки родного города. Только в фондах областного краеведческого музея хранится почти 2500 предметов. На сцене Белорусского театра «Лялька» у субботу, 12 лютого, спектакль «Мама для мамонтенка». Это постановка театра «Лялек» с Бреста. В Витебском областном краеведческом музее выставка авторских изделий «Лоскутные творения» народного клуба «Рошва» из Полоцка. Простое рукоделие наших бабушек сейчас превратилось в прикладное творчество. Техники соединения различных по цвету и форме кусочков ткани позволяют создать очень красивые и неординарные изделия. У неделю Белорусский театр «Лялька» покажет зимовую казку «Морозка». Постановка разрешена на детей от 3 годов. Початок о 11 године. У Колосовском театре 13 лютого комедия «Доктор философии».
Гэта інсцэніроўка адной з самых вядомых п'ес класіка сербскай драматургіі Браніслава Нушыча. Яго сцэнічныя творы карыстаюцца вялікай папулярнасцю і з поспехам ідуць у многіх тэатрах. В эфире «Вечерний Витебск». У нас в гостях директор футбольного клуба «Витебск» Николай Иванович Войтюховский и главный тренер нашей команды Евгений Юрьевич Чернухин. Ну, вот межсезонье игроки, тренеры футбольного клуба «Витебск» мы знаем, что активно занимались добрыми делами. Традиционными уже стали визиты в Витебский областной роддом. В новом году уже, да, поздравляли молодых мам. Расскажите, сколько лет уже этой традиции? Как реагируют женщины? Какие подарки от команды ждали их вот, ну, в этот раз? Ну, традиция эта, можно сказать, родилась сама по себе. Дело в том, что территория роддома и нашей детской школы, ну, граничит, так сказать, разделены забором. Ну, и в 2013 году, там, наверное, обсуждая какие-то рабочие моменты, главврачом роддома, вот с ее подачи Елены Геннадьевны Леонович родилась эта идея, что... Решили, что будете дружить. Хорошо бы было, вот, кто родился в Новый год, получить поздравление от футбольного клуба. Нам как-то сразу понравилась эта идея. Мы пришли, ну и вот уже столько лет, как бы это уже такая же явность, как наступает Новый год, что мы приходим. Ну, как бы все время с обоих сторон, ну, позитив, конечно, обычно удивляются, особенно там, ну, у нас же там, к примеру, девочка родилась, ну, в этом смысле... Ну, болельщицей будет. Ну, уже тут последних два года у нас был разговор о том, что у нас же появилась и женская команда. Ну, поэтому... кстати, да, тем более. И в школу мы уже начали набирать девочек, потихоньку в этом направлении движемся. Ну, подарки, как правило, традиционные. Это какая-нибудь мягкая игрушка в виде футбольного мяча, символ года. Ну, и дарим сертификат, где приглашаем по достижении 6-7 лет приходить к нам в школу заниматься, к сожалению, хотя уже, ну, первые, кого мы поздравляли, уже достигли этого возраста, но еще такого факта мы не зафиксировали, что пришли в школу заниматься. Но вот когда до этого дойдем, наверное, будет еще интереснее. Получается, 7 лет назад вы впервые, ну, да, 13-й год, это уже, получается, когда наступал 14-й, ага, то получается, да. То есть теоретически те дети, которые родились в этом роддоме в тот день, когда вы их поздравляли, могли уже прийти уже к вам в футбольную академию. Уже должны прийти, да. А как сами игроки к этому относятся? Вот для них это... удовольствие, какая-то обязанность, как вот вы чувствуете? Ну, или, знаете, это общее решение было участвовать, нет, в таком? Есть такие вещи, вот, что иногда, ну, условно, как говорят, надо назначать, кто пойдет. Но вот под теми вот этих общений с детьми, что касаемо роддома или там наших встреч с детскими домами, ну, тут точно проблемы нету, по большому счету. Ну, то есть речь, наверное, в первую очередь может идти о какой-то медийности, да, не каждый хочет попадать в объективы телекамеры, если делает добрые дела, но поздравить, я так понимаю, женщин все с удовольствием, с радостью готовы. В этом смысле, готовы. Да, нет никаких проблем, что ребята с удовольствием на все эти мероприятия приходят. Ну, это и для них же эмоции тоже, в том числе положительные, да, почему нет. Николай Иванович, вот вы сказали, что сейчас и девушки приходят, ну, то есть девочек приводят в футбольную академию, занимаются футболом. Много ли в последнее время туда идет, вот именно девочек, да? То есть, как бы, ну, понятно, что в будущем наша футбольная команда женская тоже должна пополняться кадрами какими-то, и хотелось бы, чтобы они были доморощенными, наверное, правильно? Нет, так. Иначе, ну, нету смысла, если, так сказать, есть вершина, женская команда, а игроков брать или с других городов там, или откуда-то еще, ну, тогда, наверное, все это не имеет смысла. Поэтому, ну, именно у нас вообще в городе есть детские группы, в том же Комсомольце, но вот в этом году мы набрали первую группу, которые у нас занимаются. Ну, вот сейчас еще в этом, уже к учебному году планируем еще группу набрать. Ну, вот и в дальнейшем будем и это направление развивать. Ну, добрых дел, которые совершали футболисты в этом межсезонье, было действительно много. Совсем недавно мы знаем, что в Манеже прошел благотворительный матч с участием воспитанников Витебского детского дома и футбольного клуба «Витебск». Как и кому пришла идея вот организовать подобную встречу и насколько, скажем так, масштабно прошла? Ну, подобная встреча – это, опять же, так сказать, айсберг
давних отношений. Там с детским домом мы начали сотрудничать, точно не скажу, но это был либо 14-й, либо 15-й год. Наш пресс-секретарь сказал, что вот есть такая тема, и хорошо было туда сходить. Мы обсудили, и первый раз тогда вместе с футболистами побывали в этом детском доме. Ну и потом эти отношения продолжались. Дети из этого учреждения приходили к нам на футбольные матчи. Мы ходили к ним несколько раз. То есть, ну, это была давняя дружба. Ну, а вот то, о чем вы говорите, тут уже обстоятельства так сложились, что в этом мероприятии были и задействованы другие люди. Значит, помощник президента по Витебской области Анатолий Константинович Леневич, когда посещал детский дом, узнал там о их интересе к футболу. Ну и как бы тоже пообещал им организовать праздник. Потом эта ситуация еще, так сказать, приумножилась контактом Зловой Федерации Белорусского Футбола с Базановым Владимиром Александровичем. Так сказать, мы уже оказались исполнителями. Федерация предоставила множество очень достойных призов и подарков. И на базе нашего клуба вот прошла эта встреча, где ребята, выпускники Академии, и сыграли в футбол с воспитанниками детского дома. Там же приняли участие и футболисты нашего клуба. Которые выступали за команду детского дома. Да, которые, естественно, для того, чтобы уравнять шансы, выступали за команду детского дома. В общем, мне кажется, что там вообще все присутствующие, взрослые, дети, все получили большое удовольствие, потому что, ну, искреннюю улыбку и радость маленького ребенка, ну, ее ничем не купишь и не обманешь, поэтому там такое мероприятие было, которое дорогого стоит. Ну и мы знаем, что на матче присутствовал главный тренер молодежной сборной нашей страны, бывший тренер футбольного клуба «Витебск» Сергей Ясинский. Вот насколько, может быть, этот момент придал мотивации и желание ребятам показать все, на что они способны? Ну, наверное, в том числе, если на игру приезжает тренер молодежной сборной, то, наверное, подсознательно каждый может подумать и иметь под этим основание, что, наверное, меня могут заметить в этой ситуации. Тем более, что Сергей Михайлович у нас не чужой человек в этой ситуации. И, наверное, на своих тоже зачастую, может быть, больше обращает внимание, чем на других футболистов. Николай Иванович, вы сказали, что дружбе с детским домом уже много лет. Часто ваши футболисты бывают в гостях, играют в футбол с местными воспитанниками. Вот такое замечательное мероприятие проводили совсем недавно. Может быть, есть какие-то планы на будущее в плане, ну, вот, взаимоотношений с ребятами? Может быть, что-то еще совместное планируете организовать? Может быть, чаще будете навещать? Для их дальнейшей подготовки они участвуют же и в городских соревнованиях, и в других. То есть мы там прямо на этом мероприятии, так сказать, вручили им сертификат, на основании которого по субботам, воскресеньям они будут пользоваться нашей спортивной базой и приходить заниматься. Вот. Но то есть каждые выходные это, они смогут? Ну, это как бы это уже на постоянной основе будет, чтобы они тренировались. Ну и в этом отношении, если какая-то надо будет там помощь футбольная или какая-то другая, или участие, то, ну, вот ближайшие планы такие. Будем участвовать, помогать. Ну, думаю, что ребята вам очень благодарны и за подарки, и за то, что организовали такой замечательный праздник. Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня в гости. Желаем успехов нашей любимой команде в новом сезоне. Как можно больше побед и ярких матчей. Прямо сейчас посмотрим сюжет о благотворительном матче, о котором мы только что вели беседу. После этого вернемся в студию и продолжим наш разговор. Гэтыя хлопцы готовы ганяць мячы ў дождж і ў золь. За 8 гадоў існавання каманды «Энергія» з дзіцячага дома горада Віцебска яны шмат пабачылі. Але на такой шыкоўнай пляцоўцы гуляюць упершыню. Перамога ў таварыскай сустрэчы з выхаванцамі футбольнай акадэміі не галоўная. Але ні ў чым не саступаць тым, каго бацькі аддалі ў спартыўную школу, на поле стараецца кожны. Давно мечтал вообще попасть в маняж. Сегодня вот вышло. Получил очень хорошие эмоции от этого всего.
Сьогодні здачі на матч прості, то, мабуть, получиться удовольствие і все. Привітання, стартовий свісток і сюрприз для юних майстров з футбольної академії. Гулять за команду з дитячого дому вийшли представники основи ФК «Вітебск» – Скітов, Черв'яков і Гущенка. Після фінального свістка дітей чекав майстер-клас від професіоналів, цікаві конкурси і множество подарунків. Товариський матч у манежі організували по ініціативі помічника президента, інспектора по Вітебській області Анатолія Лінєвича. Ідею підтримала Білоруська федерація футбола. У якості спеціального гостя – тренер молодіжної збірної країни Сергій Ясінський, перед яким кожен старався показати себе як мага ярчей. Уже встретившись с председателем Федерации футбола Владимиром Александровичем, значит, мы определились, что мы проведем вот такой вот турнир для ребят, для того, чтобы вот зимой сделать им праздник. Нам, наверное, не хватает сегодня вот такого детального общения. Школа – это одно, а вот в неурочное время тоже находить время для того, чтобы заниматься спортом, поддерживать себя, и тем более в Конституции записано, заботиться о своем здоровье. Поэтому на сегодня это как часть проявления исполнения закона нашего основного. Сябровство поміж командой дитячого дома и футбольным клубом «Витебск» больше за 6 годов. Спортсмены регулярно приезжают у гости с подарунками и проводят совместные турниры. Выховальник Сергей Зубакин запевнивая, футбол для хлопцев не просто забава. Тут гартуется характер и выпрацовывается дисциплина. Может, возможность такая, что чуть ли не единственная в жизни в манеже поиграть. Ну, дай бог, конечно, чтобы не единственная. А так вообще просто супер. Я же говорю, атмосфера праздника. Уже, наверное, лет 6-7 регулярно посещаем матчи, поддерживаем. Плюс сейчас, в последнее время, ну, они к нам в гости приходят. В плане тренировочного процесса футбольный клуб «Витебск» нам помог с спортивным залом, с тренажерным залом. То есть у нас, ну, можно сказать, чуть ли не как у профессионалов уже эти самые условия. Хлопцам з дитячого дома гэтая сустрэча запомніцца надоўга. Фінты і парады ад вопытных футбалістаў цяпер будуць часткай штодзённых трэніровак каманды «Энергія». Што да матчу, у ім перамагла дружба. І такім вынікам застаўся задаволены кожны спартсмен. В эфире «Вечерний Витебск». У нас в гостях воспитатель Витебского детского дома, по совместительству тренер местной футбольной команды «Энергия» Сергей Зубакин. Ну, собственно, игрок этой команды Артем Рыбаков. Вот мы уже сегодня успели поговорить с руководством футбольного клуба «Витебск» о встрече, в которой ваша команда принимала участие совсем недавно. Вот насколько интересно, может быть, было поучаствовать вот в таком матче, в такой акции необычной, поиграть в манеже, ну и вообще попробовать вот свои силы против профессионалов. Ну, их, наверное, можно назвать профессионалами с футбольной академии? Ну, прежде всего, я же говорю, новый опыт поиграть в новом месте, таком как манеж. Не каждому удается в манеже поиграть. То есть это вот вообще, даже если любителям снимать манеж, это довольно дорогое удовольствие. Для нас это тем более. Ну, конечно, соответственно, чувствовался разный уровень подготовки. Все-таки там уже вот эти вот выпускники вот академии, они уже у них, то есть каждодневные тренировки, все это чувствуется. У нас пока таких возможностей нету в плане времени, что нам времени не хватает. А так, конечно, я думаю, что наши воспитанники получили, ну, просто, я не знаю, вот после игры как общались, там такие эмоции были, аж зашкаливали. Ну, у нас сегодня вот в гостях Артем Рыбаков, который, в принципе, предложил эту инициативу, насколько мне известно. То есть был у вас в гостях помощник президента, инспектор по Витебской области Анатолий Константинович Линевич. И, собственно, Артем предложил вот провести подобный матч. Хотя я знаю, что одним из желаний ваших воспитанников была встреча с Александром Глебом, знаменитым белорусским футболистом. Ну, пока с Глебом не удалось встретиться, я думаю, что все еще впереди. Но вот такая встреча с футбольной академией тоже неплохо, правда? Ну, конечно. Артем, расскажи, как это было? Ну, у нас довольно часто, когда какие-то праздники, приезжают высокопоставленные личности, ну, там люди. И вот в прошлом году приехал Анатолий Константинович, и мы беседовали с ним, я решил поинтересоваться, спросить у него, ну, может быть, встреча с Александром Глебом. Он сказал, что он, ну, постарается, но сейчас пока не получается, и поэтому решили пока что сделать вот такой вот матч.
Ну, этого вполне достаточно, много эмоций получили. Какие все. У тебя эмоции, впечатления вот от этой игры, да? То есть, ну, вот поиграть в манеже, там, может, далеко не каждый, как сказал твой воспитатель, да, и тренер. Чувствовалась вообще атмосфера футбольного праздника? Да, конечно, вообще положительные эмоции. Я поначалу, ну, я узнал одним из самых последних, что у нас будет эта игра. Я, ну, был... так сказать. Ну, впечатлен, да, то есть тем, что происходило. Ну, а вообще, вот как оценишь, может быть, уровень футболистов, против которых пришлось играть? Я знаю, что в вашем составе было трое основных игроков футбольного клуба «Витебск». Насколько помогли сыграть в ничью 4-4, да, если не ошибаюсь, счет итогов? Сильно помогли. Ну, чувствуется уровень, ну, сложно было против них играть. Они более сыгранные. Физически более развиты. Сергей, ну вот ты, наверное, знал, что придется противостоять серьезной команде, все-таки воспитанники футбольной академии. Как настраивал своих ребят, что говорил им перед матчем? Просто получать удовольствие или все-таки бороться до последнего? Ну, прежде всего, просто получать удовольствие. Футбол же люди в основном играют ради удовольствия, не ради какого-то результата. Ну, если играть без удовольствия, то ну как вообще тогда? Тем более для них. Выйти и все сыграть как бы в свое удовольствие. Особенно не думать ни о чем. Николай Иванович нам в первой части передачи сказал, что теперь вы сможете пользоваться возможностями, инфраструктурой, да? Да, тренажерный зал, вот мы знаем, что открыт для вас теперь насколько каждый выходной. Насколько это вам вообще в помощь? И, не знаю, ребята рады ли этому? Насколько нужный подарок? Ну, это вообще нам колоссальное подспорье в плане того, что как бы из-за нашего климата, как бы наш климат предполагает довольно суровый, как бы зима. Но у нас в основном наша команда заточена под мини-футбол, то есть мы занимаемся мини-футболом. У нас на базе нашего детского дома как бы есть поле с искусственным покрытием, ну, правда, не совсем стандартных размеров. И поэтому для нас как бы лишние вот, вот эти вот условия для подготовки, которые нам Витебск предоставил, это я даже просто, я не знаю, не мог мечтать даже о таком. В плане тренажерного зала тоже. Как бы у нас не позволяет наша территория, наши площади, как бы вот, тренажерный зал. А как бы для воспитанников это, я считаю, что это очень... Просто я не знаю. Ну, вот ты говоришь, что у вас есть собственное поле и, в принципе, инфраструктура для тренировок. А как давно оно появилось? Я знаю, что в вашей футбольной команде уже около 8 лет. И я так понимаю, что в первые годы своего существования особо тренироваться было негде. Но с того момента прошло уже много времени, и команда развивалась. И даже на базе вашего детского дома сейчас проходят различные турниры. Вот расскажи подробнее о деятельности команды и о том, как она развивается. Ну, когда все начинали, конечно, условия были. Занимались по реке Витьба, там тоже как бы с искусственным покрытием полянка была. А у нас, ну, играли то, что у нас было. На песке, на траве, на кочках. Потом уже, глядя на все наши старания, уже при помощи спонсоров, наш директор, то есть решили нам сделать такой подарок. И, ну, дети, воспитанники наши просто вообще, ну, с ума отчасти сходили, когда узнали, что вот такая возможность появится у нас, поле с искусственным покрытием свое. Ну, стараемся каждый год проводить. Вот у нас проходит в конце зимы такой ежегодно обычно снежный кубок. То есть любительские команды города Витебска собираются у нас как бы с какими-то подарками, для пиццу вот, для деток заказывают. И проводим такой дружеский турнир, порядка 8 команд. И тоже все получают удовольствие, и дети, и взрослые. Такой вот как праздник тоже для детей дополнительный. Ну, сами тоже потихонечку развиваемся. То есть у нас уже как бы своя форма и все необходимое оборудование уже. И поле вот нам как сделали. А сейчас вот и Витебск дополнительно. Потихонечку участвуем в турнирах, дети подрастают, то есть выпускников сейчас в основном костяк нашей команды выпускники составляют. Но младшие тоже горят вот от всего, от футбола, от этой идеи, глядя вот на выпускников, как они играют, как они тренируются, им тоже у них вот это вот желание. Ну, для тех же выпускников
тоже это, я считаю, что очень большой плюс в плане того, что они где-то не теряются, они с нами общаются, то есть у нас вот идет такая вот обратная связь. То есть, ну и то есть и смена поколений в команде. Смена поколений в команде тоже идет, соответственно. А вот в этой команде играют ребята в основном с той целью, чтобы, ну, как-то развлечься, там, поддерживать себя в форме, ну, просто это интересная игра, или многие из них посматривают на эту игру с профессиональной точки зрения, что, может быть, в дальнейшем они бы хотели как-то это продолжить уже вот, не знаю, в академии и так далее. И так тем так более, раз уж тренер молодежной команды, сборной. Ну, прежде всего, конечно, как игра, да. но в то же время как бы мы стараемся все более и более профессионально подходить, как бы не было, интереснее же добиться каких-либо не было результатов, и поэтому, ну, чувствуется, что тоже наш уровень потихонечку подрастает. То есть, кстати, это тоже подспорье большое. У нас же детский дом участвует в чемпионат Беларуси среди других детских домов. Раз в год проходит. Ну вот на одном из последних, то есть у нас уже, получается, заняли третье место. Это впервые вот такого высокого результата вы добились, да, за все это, да, время? Третье место еще. Постепенно вот тоже мы росли. То есть это для нас большое. Серьезный результат. Но все-таки, наверное, футбол – это, конечно, и физическая подготовка, и это очень важно, да, но это не только спорт. Я думаю, что и сплотиться это как-то помогает ребятам, и много каких-то других плюсов от занятий спортом и вот этих тренировок. Ну, прежде всего, они тоже, как бы, у нас тоже довольно дружная, считаю, команда получается. И вот наши выпускники, то есть вот как бы команды, компании, они тоже вот друг с другом общаются, друг друга поддерживают. Если какие-то у них там вопросы, там кто-то кому-то что-то помогает решить вопрос вот этот вот. То есть, ну, получается, что как бы один за одного держится, и так легче какие-то даже вот жизненные трудности им преодолеть, проще. Ну, вот у Артема даже хочется спросить, вот существование команды, оно как-то помогает сплотиться, может быть, больше сдружиться, больше как-то, ну, не знаю, друг за друга быть? Вот насколько, скажем так, это помогло тебе найти новых друзей даже в команде? Сильно вообще помогло. Ну, многие мои друзья, с которыми я сейчас общаюсь, в основном играют за эту команду. И мы все стараемся поддерживать контакт. После игр там гуляем вместе, разное, всякое такое. Ну, вот ваша дружба с футбольной командой нашего города, с футбольным клубом «Витебск», она с чего начиналась? Просто ребята приехали подарить подарки, либо участвовали в турнире? То есть как вот завязалось так, что вот сегодня вы, ну, уже на регулярной основе как-то даже сотрудничаете, проводите мероприятия совместно? Ну, просто, как сказать, получается, наверное, как, ну, не знаю, как, может, мечта, идея. То есть хотелось вот детям как бы показать, ну, какой-то вот маленький праздник. И получается, вот, ну, как бы через общих знакомых, то есть знали друг друга, раньше вот работал пресс-атташе футбольного клуба «Витебск» Дима Иваненков. И вот как бы получилось, что, ну, общие вот знакомые, контакты, все это получилось, завязалось, пошло. Вот они к нам пришли в гости, потом как бы пригласили нас на матчи, ну, и вот ходили регулярно, посещали, потом как бы проводили с ними тоже такие, как, ну, даже вот, ну, неофициально, товарищеские такие вот игры, всякие турниры, то есть они к нам приходили в гости. То есть на базе вот именно вашего учреждения? Да. И вот так вот все завязалось. Сейчас вот я же говорю, вообще вот в плане вот, что пользование инфраструктурой нам вот сертификат подарили, это вообще просто, я же говорю. Ну и мы знаем, что они были у вас в гостях не один раз, в том числе и с экипировкой какой-то, которая, ну, тоже нужна для существования футбольной команды. Какие-то мячи, атрибутика. То есть это тоже, этого тоже у вас хватает, я так понимаю, благодаря футбольному клубу «Витебск». Ну, не только «Витебск», другие спонсоры нам помогают, как бы в том числе. У меня к Артему вопрос. Скажи, пожалуйста, другие ребята из детского дома, которые не в команде, они вообще следят за вашими успехами, за вашими играми, за вашими победами? Вы, может быть, там, не знаю, как звезды после там очередной какой-то игры? Ну, да, они следят, все интересуются. Когда мы тренируемся, тоже смотрят. Некоторые даже принимают участие, там тоже с нами играют. Многие хотят, ну, там же дети всех возрастов, многие хотят потом, когда подрастут, тоже играть за эту команду, в общем. А с какого возраста уже можно к вам? Ну, я не знаю, как, в принципе, заиграешь, так и... А вы, вот, игроки команды, вы вместе с тренером участвуете, ну, так назовем, в кавычках, в просмотре какого-то нового игрока, которого предлагают вот вам в команду?
Как-то вы присматриваетесь тоже к нему, не знаю, устраиваете ему какие-то там испытания, там пытаетесь там на поле его как-то обыграть, ну, чтобы понять вообще, может он в вашей команде играть или нет? Да я особо как-то нет. Ну, то есть у вас тренировки состоят как бы из обычной двухсторонки, да? То есть вы не проверяете какую-то, скажем так, физические возможности человека. Просто вот если человек хочет пополнить вашу команду, он как бы, ну, всегда будет не играть, да? Или все-таки есть какой-то отбор? По мере готовности. То есть, ну, кто более, ну, уж чувствуется. И двухсторонки, и тренировки. Потом пробуем, вот участвуем в чемпионат медуниверситета, там как бы уровень более послабее. Вот пробуем, подводим, как на том уровне. То есть мы, получается, и в городских, в чемпионате города участвуем, и вот, вот этот вот медуниверситет. И по мере как бы взросления, то есть вот по мере вот, как вот он себя проявляет на тренировках, потихоньку подтягиваем его, смотрим, пробуем. Сергей, а ты сказал, что вот вы участвуете в этом году в чемпионате города. Я так понимаю, что это первый год, когда вы участвуете в таком вот турнире, где, ну, можно посоревноваться с футболистами, которые, ну, имеют уже большой опыт в турнирах нашего города. Как, собственно, ну, проходит для вас этот турнир? Насколько успешно вы там участвуете? И помогает ли это как-то развиваться команде? Все-таки, ну, играть локально, где-то между собой, да, это одно. А другое дело уже соревноваться на таком уровне. Команда, наверное, развивается благодаря таким турнирам? Ну, пока, конечно, принимать, ну, то есть, пока тяжело дается нашей команде, то есть, участие в этом турнире. Потому что, прежде всего, в плане возраста, опыта какого-то, каких-то навыков, то есть, там гораздо более подготовленные команды. Но, однако, те задачи, которые, в принципе, мы ставили, мы в принципе, эти задачи решили. То есть каких-то успехов у нас пока нету, но я надеюсь, что это только наш первый год. В следующий год, я думаю, что... Я даже не думаю, я уверен, что будет шаг вперед однозначно у нас. Плюс, возможно, получается, вот как бы и из-за специфики где-то нашей команды, вот как бы нашей вот как бы организации, что я работаю, у нас команда регулярно, то есть вот как бы пополняется в плане, то есть какие-то появляются дети, может появиться кто-то, кто себя проявит ярче, то есть это дополнительно какой-то импульс команде придаст. Ну, какой-то вот, яркий игрок. А участие вот в этих турнирах городских, да, вот ты сказал, что в этом году вы участвовали в чемпионате республики среди детских домов, заняли третье место. Помогло участие в любительских чемпионатах, где можно посоревноваться с игроками более высокого уровня, вот все-таки подняться на пьедестал в этом году, или это никак не повлияло? Ну, не знаю, мне вот со стороны кажется, что вот, к примеру, как вот у нас только вот начинали вот пробовать какие-то вот эти вот соревновательные моменты, то есть у нас уровень на порядок вырос. Не знаю, вот сам вот Артем, который участвовал, не знаю, не даст, наверное, соврать. Он как бы сам по своим каким-то качествам, внутренним ощущениям, я думаю, он сам это прекрасно прочувствовал, насколько вот уровень вырос. То есть понимание, куда там побежать, куда отдать, как открыться. То есть это все приходит с опытом, с вот этими играми. Ну, давайте у него самого спросим, Артем. Ну, вот если сравнивать с тем, каким ты пришел в команду и твой уровень на данный момент, насколько он вырос, чему ты научился? Ну, это вообще небо и земля. Я, в принципе, когда пришел, ну, очень плохо играл в футбол. Ну, там, на дворовом уровне вообще, ну, так, любил просто поиграть в детстве. Сейчас уже более-менее понимаю, ну, как, в принципе, и сказали до этого. А на какой ты позиции играешь? Ну, чаще, в мини-футболе особо нет позиции. Мини-футбол. Да. Ты либо сзади, ты либо впереди. Да. Ну, в основном впереди сейчас. Ну, а если говорить о большом футболе, тебе ближе, окей, какая позиция тогда? Ты, ну, нападающий, ты защитник, ты... Не знаю, наверное, опорный полузащитник. Ну, как раз-таки в футбольном клубе «Витебск» ушли двое основных опорных полузащитников. Они нуждаются в игроке, который усилит эту позицию. В принципе, можно было поговорить с главным тренером. Но это шутка, конечно. Если говорить о возрасте участников вашей команды, то есть насколько он варьируется, скажем так? То есть это примерно ребята одного возраста, либо есть помладше, постарше? Ну, вообще примерно, как бы вот основная команда, которая наша выступает, примерно одного возраста. Получается где-то это вот от 16 и до, ну, как бы 18, 19, 20 вот наши выпускники. Но в то же время, я же говорю, если кто-то себя там 15 ярче проявляет, 14, ну вот у нас есть, то мы их тоже пробуем, подтягиваем. Угу. Где-то меньше им игрового времени, но чтобы они вот чувствовали этот тоже момент. Ну и остается только спросить о планах на будущее. Может быть, какие-то турниры в ближайшее время у вас состоятся, где-то будете принимать участие. Все-таки команда вот развивается, участвует в таких интересных проектах. Я думаю, что предложения часто поступают, наверное, вам
где-то поучаствовать? О вашей команде все-таки уже многие знают. Ну, у нас самое ближайшее, это вот будет опять весной, апрель-май, то есть чемпионат Беларуси детских домов. То есть опять будем как бы все силы бросим на этот турнир и постараемся наконец-таки выиграть. То есть как бы у нас постоянно вот где-то рядышком, где-то вот чуть-чуть не хватает. Вот надеюсь, что все-таки чуть-чуть это все-таки преодолеем. Ну, я уверен, что вот в этом году обязательно будет первое место. Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в гости. Мы желаем успехов вашей команде, новых побед и получать удовольствие от футбола. Наверное, это самое важное сегодня. Ну, а прямо сейчас мы посмотрим рубрику «Строкатые патерки». После нее вас ждет еще музыкальный номер, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Привитание сябры. Хоть и не дуже радостно, але часам приходится нам звертаться до не вельми, мягко кажучи, приемных тем у наших размовах. Ну, ничего не зробишь, бо життё яно такое и есть. Усялякого хапая и радостно счастливого, и благого дурного. Сустракаў я таких людей, пераважно жанчын, якія засмучены життём с человеком, які зусім яе не поважае. А наадварот абражае, лаецца, а часам можа яшчэ і руку падняць, каб прадэманстраваць сваю фізічную перавагу. Пры ўсім тым, што такі чалавек на працы, у кампаніях, на застольных вечарынах зусім іншы. Пра такіх у нас кажуць да людзей як пан, а ў хаце як хам. Такі чалавек лагодны да сваіх сяброў, калег, вядома, і да начальства. А як прыходзіць дадому і робіцца некім пярэваратнім, не раўнуючы, як ваўкалак. Для шчырасці скажу, што гэта тычыцца не толькі мужчын. Сярод жанчын таксама такіх хапае. У гэтым пытанні, як зараз кажуць, няма гендернай прыналежнасці. На заканчэнне скажу, беражыце сябе і сваё псіхічнае здароўе. Жыццё яно толькі ваше і вам вырашаць, якім яно будзе. Усяго добрага, да сустрэчы. В эфире «Вечерний Витебск», и прямо сейчас в нашей студии выступят Олеся и Артем Авдеевы. Мы же с вами прощаемся, увидимся на том же самом месте в то же самое время. Всем желаем нескучных выходных, укрепляйте иммунитет, занимайтесь спортом и не болейте. Пока, увидимся. Мы